Скажу вам честно, на тот момент мы даже и подумать не могли, с чем нам придется столкнуться. Вот уже 3 года бобручанин Александр Пинчук снимает ролики для своего канала «Сани Шоу». Молодой человек спасает животных, которые оказались на улице, и находит им новый дом. Весь процесс он фиксирует на камеру. По словам Александра, идея такого необычного блога пришла сама собой. За другими похожими каналами парень и не следил. Еще до того, как начать вести видеоблог, Александр увлекался съемкой и монтажом. Поэтому профессию блогера освоил без особого труда. На съемку первого видео его вдохновил случайно найденный котенок. Просто нашли котенка маленького, новорожденного, на улице под балконом. И очень переживали, выращивали самостоятельно все, покупали кошачьи эти, заменитель кошачьего корма. Вот, она у нас выросла, я снял про это видео, выложил на YouTube. Сначала спасенную Соню хотели отдать в добрые руки, но Александр признается, домочадцы так полюбили ее, что не захотели расставаться. Через 1,5 года на улице к молодому человеку подбежал щенок. Он стал героем следующего ролика. Сейчас на канале Сани Шоу почти 30 видео, на самом популярном 16 миллионов просмотров. И я тогда сам себе сказал, если у нас получится, то мы будем этим заниматься. Ну и вот так вот пошло-поехало. Подбирали каких-то там котят, щенка вот этого, находили им хозяина. Найти очередного маленького героя, забрать его с улицы, вылечить и привести в порядок. Снять все это на видео, смонтировать и выложить. Весь процесс занимает немало времени. Есть у нас котик, которого 1,5 года снимали, но мы его лечили, но мы его тоже себе оставили. Это моя девушка его очень сильно полюбила и решила оставить его себе. Монтаж 1 неделя. А съемки тоже вот по-разному бывают. Кстати, снимать котиков не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы подловить удачный кадр, может потребоваться не 1 час, отмечает блогер. Постоянно приходится сутками за ними с камерой ходить. И только, вот, например, я могу 1 час снимать, и только 1 или 2 минуты вставляется в видео. А все остальное такое, ну, никуда не годится. Только если надо, чтобы в камеру посмотрел, ну, мы какие-нибудь лакомства держим над камерой. Вот так вот. А в основном все приходится подлавливать. Искренняя поддержка и правая рука видеоблогера – его девушка Екатерина. Она полностью поддерживает своего молодого человека и старается всячески помогать ему в ведении канала. Помогаю снимать ему, советую что-то, как лучше сделать. Вот. Ну, помогаю на передержки куда-то отдавать. То маме своей, то еще кому-нибудь. Потому что как бы дома мы не можем всех держать. Вот, потом отдаем. У Александра всегда было доброе сердце. Молодой человек подбирал животных еще задолго до появления видеоблога. Ухаживать за питомцами парню помогает мама. У каждого пушистого члена семьи свои потребности и предпочтения. Стараемся, следим за ними, ухаживаем, любим. Бося – это моя любимая собака. Как я многим говорю, это мой мальчик. Вот. Кузя – да мне все нравятся. И Соня. Всех люблю. Плодотворная работа бобручанина приглянула зрителям. Сейчас за каналом Александра следит больше 1 миллиона подписчиков. За это видеохостинг YouTube поощрил видеоблогера и прислал ему золотую кнопку. Ею награждают все каналы, перешагнувшие отметку в 1 миллион фолловеров. К слову, это не первая подобная награда Александра. В апреле прошлого года он получил серебряную кнопку за 100 000 подписчиков. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.